Перед началом данного ролика хочу пожелать тебе приятного просмотра! Всем здорово, ребятки, и с вами по-прежнему Овер. Мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Roblox. Друзья, сегодня у нас будет прикольный режим, в котором мы вместе с вами попробуем поубивать нубиков. Напишите в комментариях, друзья, знаете ли вы, что такое нубик и кто такие нубики. В общем, сегодня у нас будет реально прикольный режим. Я хочу попросить вас заранее свернуть видосик, поставить большой палец вверх. Ну что ж, друзья, смотрите, у нас здесь огромное количество нубиков, которых мы сможем вместе с вами поубивать различными прикольными способами. Хотя некоторых мы можем пощадить и не убивать. Так что посмотрим, ребят. Так, смотрите, большие лаги, медиум лаги. Это про что тут? Про лаги какие-то, ребят? Напишите в комментариях, что это значит. Не совсем я понимаю. Ну ладно, друзья, смотрите, есть комнаты для випов, есть обычные комнаты. Ну давайте попробуем, наверное, столкнуть первого нубика, ребят, вот так вот в какую-то... Вау, через решетку он пролетел. Это, наверное, ядовитая какая-то жидкость. И решетка вот такая вот, ребят, тоже опасная. Давайте столкнем еще одного нубика. Полетел еще один нубик, ребят. Мы его столкнули прям вот туда, в ядовитое болото. Ну-ка, ребят, так как мы с вами не нубики, но мы хотим узнать, что же там такое снизу, давайте, ребят, попробуем спрыгнуть. Понятно. Я выжил. А, нет, я умер. Ё-моё, реально какая-то ядовитая жидкость там, ребят. Нифига себе. Но мы с вами заспавнились. У нас есть вот такой мячик прикольный. Так, ребят, это что у нас? Ладненько, все, окей. Вот так вот мячик можем в руки взять. Все понятно. Ну ладно, ребят, давайте посмотрим, что у нас тут есть еще интересного такого. Вот здесь вот просто лава. На, нубика столкнули в лаву, ребят. Ё-моё, на, еще одного столкнули. И просто еще одного. Классно, ребят, просто сталкиваем нубиков. Смотрите, там огромная какая-то мишень, друзья. Давайте посмотрим, что это такое. Попробуем, тут кто-то у нас... А, тут у нас нубик, ребят, внутри. И давайте попробуем попасть. А как это все дело включить? Так, вот сюда я, например, забежал. И как нам, ребят, это все запустить? Вау! Мы запустили нубика, только я, правда, не заметил вообще, ребят, как он полетел. И почему-то он вообще вот здесь вот, ребят. А как нам, например, еще одного нубика, друзья, сюда посадить? Хотя можем сами, наверное, подлететь, ребят. Ну-ка. Или нас должен будет кто-то запустить? Возможно нам как-нибудь самим? Нет, ребят, невозможно, походу. Либо просто должен кто-то нас запускать, либо я должен, смотрите... Оу, нифига, сломал! Ну-ка, я хочу реально, ребят, попробовать взлететь. Ну-ка. Оп, надо как-то задеть и одновременно запрыгнуть, ребят. Оп, ай, не успел. Это реально сложно. Ладно, смотрите, у нас тут еще нубики стоят, и этот вообще отлетел оттуда. Ладно, так, здесь мы уже всех скидывали. А что вот здесь, ребят, за нубики? Что мы сможем с ними сделать? Вау, просто огромная дырка и снизу лава, ребят. Давайте вот так нубиков и столкнем. Ё-моё, бедные нубики, ребят. Бам! И полетел. И мы за ними, ребят, посмотрим, что тут. О, тут еще шипы, ребят. Не то, что там лава. Там еще есть шипы. Ё-моё, друзья, вот это, конечно, нереально прикольно. На, нубик, получи. На, еще один. На, еще один. Ой-ой-ой, чуть не упал, ребят, сам. Аккуратненько это все, конечно, надо делать. Вот так их можем заспавнить, окей. Бам, еще один. Так, а давайте попробуем реально нубика запыльнуть в эту мишень. Ну-ка, спавним. И вот он, нубик. И давайте. Раз, два, три. Оп, и полетел. Вау, попали, ребят, реально. Ё-моё, нифига себе. Но прям в центр, мне кажется, это очень сложно попасть. Ну-ка, спавнись, нубик. Хорошо, заспавнили. Итак, ребят, погнали. Воу, полетел, но в этот раз еще хуже. Так, давайте посмотрим, что здесь. Я даже не ожидал, ребят, ё-моё, смотрите, раз, два, три, бам, сверху вот так вот просто пресс огромный, и нубика мы размочили, ё-моё, всего лишь одна кнопка, ребят, и мы убиваем нубика, а здесь, друзья, наверное, мы нажмем кнопку и сразу несколько... А что с ними будет, ребят? Напишите в комментариях. Давайте я пока подожду, пока вы пишете в комментариях. Посмотрим, что у нас там дальше. Тоже различные комнаты. Также можете, ребят, писать в комментариях, что же это все такое интересное будет. Но давайте пока вот этих вот, ребят, поскидываем. Что там будет? Оу, тихо! Тихо, я ж сам свалился туда, ребят. Ё-моё, я не хотел туда падать. Капец, просто мне не повезло. Ладненько, ребят, я думаю, что вы уже написали в комментариях. Побежали туда и посмотрим реально, что там будет такого у нас интересного. Как мы сможем вместе с вами нубиков вот здесь размочить. Итак, нужно нажать всего лишь одну кнопку, ребят. И убиваем нубиков. Что происходит? Нубики. Нубики. О, там что-то поехало. Шарик, ребят. Вау, сейчас по головам пойдет шарик. Бам, бам.
Ё-моё, ребят, кто угадал, тот красавчик, но я думаю, что это было сложно вообще угадать на самом деле, что шарик тут будет. Ой, что-то с ним случилось. Ладненько, ребят, я думаю, что здесь сразу всем наступит хана, всем этим нубикам, смотрите. Бам! Нифига себе! А один, кстати, выжил, ребят, упали вот такие булыжники, но один нубик как-то выжил, ребят, как ему удалось выжить, что не так с этим нубиком, почему он выжил, ну-ка, нажимаем еще раз. Бамс, да, он постоянно живет, хотя нет, вот сейчас он умер, друзья, все понятно. Получилось у нас размочить всех нубиков, получилось у нас всех победить, всех убить. Ладненько, вот здесь вот, ребят, я упал в прошлый раз, тут просто мы скидываем их вот так, и тут какие-то крутящиеся, наверное, штуки, типа блендера, ребят, и наших нубиков засасывает просто в блендер, скорее всего, и они такие, пш, и умирают. Вот это, конечно, прикольно. Так, что у нас дальше, друзья? Ну-ка, давайте посмотрим. Мы можем сюда забежать, а давайте посмотрим, что внутри, друзья. Понятно, ничего у нас тут нет, а если мы сюда забежим, что у нас здесь? И тоже ничего, ладно, окей, там дальше была какая-то кнопочка, возможно, она за что-то отвечает. Вот эти нубики, давайте посмотрим, что с ними будет, если мы их сюда столкнем. Не понял, они, по идее, должны вот так вот ехать, но почему-то ехали не нубики, а поехали мы. Видимо, я их неправильно как-то скинул. Так, здесь все для випов, для супер-випов. Нам сюда, ребят, проход закрыт. Ладненько, давайте посмотрим тогда, что у нас вот здесь вот прикольного, ребят, лежит. Тут какие-то столы. Что это такое? Мы можем покушать, ребят, здесь, посидеть, попить. Ё-моё, вот это, конечно, прикольно, ребят, действительно классно. Так, можем перекусить, что у нас тут есть? Бананы, ананасы какие-то, груши, яблоки. Ну, в общем, ребят, если мы устали убивать нубиков, мы можем здесь передохнуть. Все, в принципе, понятно. Ладненько, ребят, ну, все-таки мне хочется посмотреть, что же там пошло не так, друзья, на прошлом препятствии. Это было реально забавно. Так, а здесь еще одна катапульта. Вау, ребят, здесь еще одна катапульта. Давайте запустим этого нубика в космос. Полетел. Вау, бумс. Ну, мы почти, ребят, попали. Немножечко и промахнулись бы. Давай, бамс. Ну, пуляйся, пуляйся. А я с тобой хочу. Хоп. Ну. Оу. Куда-то он, по-моему, назад, ребят, улетел, да? Или что с ним стало? Как-то он непонятно вообще куда-то улетел. Ладненько, все-таки у меня не получается, ребят, подлететь на этой штучке. Возможно, нужен второй игрок, который бы меня запускал. Но ничего страшного. Давайте посмотрим, ребят, что у нас там в последней комнате. Это реально очень интересно, потому что ни разу я так вот и не попробовал еще посмотреть, что здесь происходит. Наверное, их там вот как по лабиринтам, ребят, понесет, повезет. Ладно, давайте заспавним. Хорошо. Ну, спавнись. Хорошо. Так. Что нам можно сделать с ними? Как-нибудь туда вот, ребят, как-нибудь закинуть? О, почему я сразу умираю? Ребят, почему я сразу умираю? Ё-моё, возможно, глюченный вот там режим, друзья. Либо я просто что-то не так понимаю. Если я, ребят, не до конца понял, напишите в комментариях, как нужно было запустить тех нубиков в то здание. Ну, а пока можем вот так вот поделать. И нажимаем кнопку. Бомс! Размочил. Так, давайте здесь еще вот заспавним новеньких. Нажмем камень. А как он там сзади появляется, ребят? Что происходит? А, вот он катится, друзья. Ударился еще об стенку. То есть не с первого раза он еще закатился. И теперь вот так наших нубиков бам-бам. И последний выжил. Ай, нет, не выжил. Не повезло последнему тоже. Так, бамс. Нажимаем булыжники. Бум. Хорошо. И один вот там зеленый. Он самый какой-то умный нубик, ребят. А давайте вот здесь всех скинем. На, получи. Получи, нубик, и тебя тоже скинем. Хорошо, и сзади, ребят, сейчас отбежим. И сзади тоже скинем, сейчас попробуем. Так, побежали, ё-моё, как тут прикольно-то все. А, этих тоже можно спавнить. Черненький, пошел. Желтенький тоже, еще один. Еще один. Ой-ой-ой, как бы не упасть, ребят. Как бы туда тоже с ними не упасть внутрь. На, получи, хорошо, ребят, справляемся. Бам. И все. Вроде как всех мы свалили, но вот эти два лежат, но они тоже от нас получили, ребят, по башке. Так, давайте посмотрим, что у нас там еще есть. По-моему, ребят, мы все с вами ловушки испытали, да? Кроме последней, там у меня просто не получилось испытать на прочность. Вау, к нам зашел какой-то парень, интересно, он сможет меня запустить, ребят, на катапульте, или он бегает там, занимается своими делами? Ну-ка, если я залезу, он сможет меня запустить? Он поймет, что я хочу полететь. Ну-ка, давай, парнишка, запусти меня. Интересно, ребят, запустит? Да, смотрите. Вау! Прикольно, но только я полетел мимо, ребятки. Я полетел вообще не туда, куда хотел. Надо было в мишени, а я куда-то провалился просто. Ну-ка, давайте теперь его запустим. Он, наверное, ждет, чтобы я его запустил. Конечно же, друзья, я тоже его могу запустить. Вот так мы в роли нубиков с этим парнем сейчас побудем. Итак, парнишка, полетел. Во! Не повезло, брат. Не повезло. Прыгай еще раз, я тебе еще раз туда запущу. Давай, запрыгивай.
Давай! Оу, нифига, у нас что-то глючит эта штучка. Ну, давайте, ребят, я его хочу запустить. Все, полетел, братан. Воу, он куда-то прям реально далеко вроде как улетел. Ну, в общем, ребят, на этом мой ролик заканчивается. Поставьте большой палец вверх, если вам понравился сегодняшний режим. Также, если вам понравилось видео, тоже поставьте большой палец вверх. Не забудьте написать в комментариях много положительных комментариев. Чем больше положительных комментов вы напишите, тем больше шанс попасть в следующий ролик. Лучше комментарий, либо получить от меня лайк в комментариях. И то, конечно же, круто, друзья. Если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово нубика. С вами по-прежнему был Овер. Не забудьте подписаться на мой канал, оставлять положительные комментарии. Но я это уже сказал, не забудьте нажимать на колокольчик. И подписывайтесь на все мои социальные сети, ссылочки найдете в описании. А на этом я с вами точно прощаюсь, желаю вам всем всего-всего самого наилучшего, не болейте, ребят, хорошего настроения, успехов и пока-пока!